Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пикселемон. В прошлом эпизоде мы вот сделали еще одного фосил покемона, вот он. Ух, что-то вот. И словили мы, ребята, маткипа, да. Ну, пока что мы его не будем эволюционировать, прокачаем мы остальных, потом его. И сейчас, ребята, давайте мы пойдем куда-то сначала на остров. Да, вот. И сейчас мы, не знаю, кого будем ловить, как бы, может, пиплупа, да, может, еще кого-то, посмотрим. Так, иди-ка ты вот сюда. Ух, ладно, тебя я не знаю, давайте. Так, давай. Давай. Отлично. Так. Тут у нас кто-то есть. Вот тебя. Не тебя, ну ладно. Так. Вот. И вот. Так, ребята, идем мы, может, дальше куда-то мы продолжим летать. Сейчас, давайте... Так, давайте мы действительно пойдем куда-то. Где мы там? Вот сюда, ребята. Ну? Так. Давайте... Или... Кого бы? Давайте все-таки. Так. Ну, идем и дальше, ребята. Вот это что-то как-то... Это что, мой покемон как-то вот тут делает? Ну, это вот... Фиг его знает. Тот баганый Вульпикс был или кто это. Ладно. Так, летим мы дальше куда-то вот сюда. Да, есть баги. Ну, нет багов, ну как бы это как-то немножко странно, да, вот это багается, что как бы ты словишь, кидаешь покемона покебол, да, если он на тебя в тот же момент нападает, то как бы ты его и ловишь, да, и сразу с ним в бою. Что он как бы размножается, да, сразу же. Ну. Ладно. Так, тут у нас что-то есть. Это че, остров какой-то или... Или что это? Да, вроде какой-то остров. Фиг его знает. Там есть что-то дальше. Сейчас посмотрим. Ну, да взлетай ты уже. Так. Пиплуп у нас где спавнится? В зимней, да, биоме? Ну, сейчас мы туда, в принципе, полетим. Ну, если найдем его, да? О-о-о-о-о-о-о! Покемон босс. Так. В земле? Да. Ладно, давайте. Бамба. Так. Копаем. Где он там? Где? Да, где-то вот тут. Тут. Да, вот он, давайте вот. Ну. Так, и... ладно. Так, ты уже у нас есть, поэтому... Давайте мы пойдем дальше. Вот сюда.
Так. И летим мы вот сюда куда-то. Да, о, там еще один покемон босс. Ух. Если... Ладно, давайте идем вот сюда. Вот он, отлично. Так, иди вот ты вот сюда. Мьюту. Ну. Чё-то мне кажется, что он сейчас его... Не знаю, не знаю. Давайте вот так. Отлично. Так. О, там еще один покемон босс. Вот он. Тут. Не знаю, в земле ли он. Вроде да. Ах. Где-то, где-то, где-то вот он тут. Давайте. Давайте. Ну. Ладно. Вот это что-то как-то... Да хоры уже! Слушай. Ну не слушай, но это что-то как-то... Ах, ты ж... Ты еще там? Нет, его там уже нету, поэтому даже как-то в капут залагало что-то. Так. Ну? Тут вроде никого. Идем мы вот сюда. Ну давай уже. А, там покемон босс был. Или нет. Или да. Как-то в последнюю секунду заспавнился вроде. Или что там было. Или мне показалось. Да, нет, что-то лагает или не лагает, или что это? Нет, нет тут никого, ребята. Ну, может и был, но пропал уже, наверное. А, так, куда бы нам пойти, ребята? Ультраболы, 9 ультраболов у нас. Не знаю, не знаю. Или еще приконы собрать? 9 ультраболов. Что делать? Идти собрать априконы или... Так, где наш дом? Идем мы вот сюда, до капуты. Ну не до капуты, ну просто... Ах, ладно. Так, тут кто-то будет... О, давайте действительно, давайте в лес пойдем. В лесу я как-то даже пока что и толком не ловили, да, покемонов. В лесу. Сейчас мы посмотрим. Ну, лес, конечно, небольшой, так что давайте какой-то пойдем в какой-то больший лес. Вот, давайте хотя бы вот сюда куда-то. Такая. Походимся немножко вот тут, как бы. Мы еще даже тут покемонов и не ловили с леса, как бы. Я так думаю. Вот, манкия у нас нету, а можно его словить. Нет, не словился. Словился, нет? Нет, не словился.
Отлично. Так, кто тут еще может быть? Где-то вот тут, например. Нет, тут нет. Давайте куда-то вот сюда. Ух. Вот тут может даже еще кто-то. Да, ты ж. Так, тут у нас кто-то будет, не будет, будет. Ух, давайте все-таки узнать, куда бы пойти, ребята. Ну давайте, да, вот сюда пойдем. Так, о, ну Райквазы, вот тебя, в принципе. Да ты ж. Да тебя тоже можно словить, как бы будем эволюционировать всех покемонов. Ловить. Вот так. Вульпикс есть. Так, кто тут еще есть? Кто тут есть еще? Отлично, словили мы еще одного покемона. И так, кто тут может быть еще? Тут у нас никого. Не, ну есть, но как бы. Там кто у нас? Тут кто? Два новых покемона уже, в принципе, да? Нормально. Тут у нас пока что. Так, ты у нас есть. Кого тут еще можно? Ладно, пойдем мы вот сюда опять. В лес пойдем. В лесу тоже можно кого-то словить. Так. Кого, в принципе, тут еще можно словить? Во! Тебя можно. Ты у нас большой уровень. Отлично. Так, тут у нас. Кто-то. Ладно, там. О. Не, ух, ты, нет, ты большой уровень. Так. Вот тебя. Нет, ты вторая эволюция. Да, ты вторая его эволюция. Вот тебя можно. Ты первая эволюция вот того. И вот. И. А, Багу. Так, Бейгун у нас уже есть. Вот там покемон босс. Вот там. Сейчас мы туда пойдем. Вот уже и априконы. Уже и ультраболы кончаются. Да ты ж. Так, ладно. Тут кто? О, там еще один покемон босс. Вот этот в земле. Так. Тут. Он еще там вообще-то. Ах, его уже даже там нету. Да чуть вот вы капут. Ладно. Тут тоже уже того нету. Ах. Тоже никого не вижу. Но в принципе, ребята, двух покемонов мы словили и нет уже у нас. Ультраболов, да, нужно, ребята, делать ультраболы. Опять. Априконы. Ладно, давайте идем и домой, ребята. Вот где вот. Да. Вот, отлично. Или. Да, не, давайте все-таки действительно домой. И, в принципе, ребята, давайте идем поспим.
Пойдем и поспим. И, ребята, давайте, в принципе, на этом уже заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.